У вас что не стало? Как зовут? Наташа. Наташа, мы в Лимане. Из чего не стало? Ну, у меня вообще проблема с позвоночником была, но я с 2008 года наблюдалась с кистой и фибромой. Делала, ну... Женские, да? Женские, да, заболевания. Делала Краматорске, УЗИ, в Горловке. Ну, то есть меня готовили к операции. И когда я в декабре месяце пошла, сделала УЗИ, и мне сказали, что у меня нету фибромы и кисты, я 2 дня просто плакала. Значит так, в декабре не стало. А сколько до декабря вы вот занимались здоровьем? С 22 августа. Полгода, да? Да. Еще у меня много лет был гайморит. Много лет был гайморит, 2 раза пробивали, и я без того, чтобы капать нос, я не жила. Сейчас у меня просто эти пузырьки валяются. Я не могла, я долго времени не могла наклониться и руками дотронуться до земли. У меня смещение 5 дисков. Сейчас я это спокойно делаю. Девушка, у вас какое образование? Ну, в смысле, не медицинское, а какое? Среднее. Как вы выздоровели? Где таблетка? Вот без медицинского образования вам понятно, что организм может себя излечивать? Да, да. И я хочу, ну, сказать людям, которые пришли недавно в салон, если у них какие-то проблемы, пускай не бросают, пускай приходят. Потому что обязательно поможет, обязательно они избавятся от всех болезней.